Я рад приветствовать всех вас на моем канале, и сегодняшний ролик будет посвящен идеям, которые я подчерпываю из ваших комментариев. После ролика, в котором я показал вот эту вот лампу дневного света, зеленого дневного света, которая очень проста по конструкции, старая лампа зажигается благодаря вот такому дросселю, на котором даже нарисована схема, как правильно включать такие лампочки к такому дросселю и что при этом надо использовать, даже все номиналы указаны. Так вот, в комментариях я получил очень интересный ответ, развернутый, в котором меня зритель убеждает в том, что дроссель, в принципе, для такой лампы и для ее розжига не нужен. Да, когда стартер срабатывает, накаливаются нити накала, и этого вполне достаточно, чтобы благодаря сети 220 вольт получилось напряжение, которое разожжет здесь разряд, и лампочка начнет светиться. То есть дроссель можно заменить резистором. Так было и написано. Я попробую найти, может быть, этот комментарий, а может быть, вы его найдете сами. Или же человек объяснит свою идею. Я решил эту идею проверить, проверить. Идея же интересная. Вдруг вместо дросселя можно подключить обыкновенное сопротивление. Так как обыкновенного сопротивления у меня под рукой не нашлось, а точнее оно не такое красивое, не такое интересное, я взял вот такую лампочку, примерно равную мощности вот этой лампы, и подключил ее. Да, вот эта вот лампочка, которая стала жертвой моих экспериментов и лишилась своего, так сказать, разъема, но она является сопротивлением или барретером. Или сопротивлением. Да, это барретер. Ну, есть такая лампа. Барретер называется. Она стабилизирует ток. Эта лампочка тоже стабилизирует ток. Короче, я вместо дросселя, вот я его отключил, этот дроссель от лампы, проводочки снял с вот этой вот колодки, и эти вот самые проводочки я подключил к вот этой вот лампочке. Давайте включим и посмотрим, может ли такая лампочка разжечь вот эту вот лампу как резистор. Поехали. Стартер заработал. И нам хорошо видно ту старую допотопную светомузыку, которую сочиняли школьниками мои одногодки, ну или кто-нибудь еще. Ну и как бы ни моргал наш барретер, наша лампочка накаливания или наше сопротивление, эта лампочка светиться категорически отказывается. Давайте мы ее в стороночку отодвинем аккуратно, чтобы не замкнуть провода. И чтобы она не мешала нам в кадре и не ослепляла нас. Сами придвинемся поближе, чтобы смотреть, как моргает стартер и как чуть-чуть накаливаются вот здесь вот нити накала. И понаблюдаем, вдруг она все-таки начинает светиться. Поехали. Нет. Кроме отблесков мы ничего не видим. То есть никакой разряд не возникает даже возле ниточек накала, которые находятся здесь. То есть, возможно, я, конечно, собрал установку неверно. Возможно, я в чем-то не прав. Но мне кажется, вот эта вот идея, что дроссель можно заменить резистором или активным сопротивлением, но пока что оказывается мертвой. Но в своих комментариях вы можете мне подкинуть какую-нибудь еще более тараканную идею, которую мы с вами реализуем, проверим. Если я не прав, просто напишите. А на этом все, ребята. Пока. До следующих встреч.